Многим полюбился такой остросюжетный сериал, как «На краю», первый сезон которого состоял из 8 серий. Режиссерский пост занимает постановщик Евгений Лаврентьев. Сценаристом является драматург Валентин Емельянов. Актерский состав телепроекта: Диана Пожарская, Софья Шуткина, Фируза Рузиева, Кирилл Дисевич, Николай Фоменко. Посмотреть очередную 9-ю серию, а именно 2-й сезон, в случае его продления вы сможете весной 2020 года. А чтобы быть в курсе, подписывайся на наш канал. Всем пока!